Пам-пам-пам-пам! И, ребята, всем привет! Меня зовут Вика, вы на моем канале, и сегодня есть мое видео под названием «Хоу». Хоу у меня не было уже довольно давно. И как бы недавно я была в Леруа Мерлене, в Фикс Прайсе и во многих других магазинах. Вы, наверное, знаете, а может быть и нет. Короче, погнали! Больше еще я подокупала из Фикс Прайса, поэтому давайте скорее будем тащить наугад. И сейчас в магазине Фикс Прайс все стоит по 50 рублей, и цена растет. Давайте начнем с первого, что попадется. Так, я купила вот такую тетрадочку себе для школы, для русского. Здесь нарисован такой слон. Просто все мои тетради уже закончились. И да, я помню, я накупила их вот такую стопку. Кто смотрел мой Back to School? Да. Но они закончились. Так, следующее я купила вот такой вот пенал. Он очень крутой, он прозрачный. И, блин, он мне настолько понравился. Там были еще другие цвета. И точно такой же пенал я купила своей подруге Насте. Так, дальше я купила вот такой вот фонарик. Это USB фонарик, вы его подключаете к компьютеру, и вам светит свет. Да, он просто офигенный. Так как я просто обожаю делать маникюр, я купила вот такую вот ванночку для маникюра. Я думаю, кто ходил на маникюр, те знают, что сначала для замачивания пальцев, ногтей, вам нужно вот так все это положить в воду и в мыло. И у меня мой новый маникюрчик белый. Короче. Дальше купила просто мега крутую штуку, я считаю. Это вот такая вот типа бутылка. И когда я только ее купила и начала открывать, она нифига не открывалась. Но потом... Короче, здесь 12 крутых фломастеров, я их очень обожаю, именно вот эти вот, и просто они супер, не знаю, хоть фломастеров у меня просто выше крыши, но сам кейс и сами фломастеры просто... Так, погнали дальше. Дальше я купила вот такой держатель для зарядок, собственно, я пока что креплю свои зарядки к... прищепки к этой, короче, забыла, как она называется. Если я буду делать на своем канале лайфхаки, то я вам обязательно ее покажу. Так, дальше, я просто обожаю эту вещь, это делали многие популярные блогеры. Флэш-тату, это просто супер, и это просто круто, народ. Их тут огромное количество. Так, дальше я взяла еще две тетрадки. Вот, еще одни флэш-тату. И вот такие вот офигенные маркеры, то есть если вы в школу их носите, и текстовыделители типа, то вот эти маленькие очень вам подойдут в пенал или даже в какой-нибудь пакетик. Дальше я купила, собственно, второй такой пенал. Вот эта штука очень классная. Короче, если вдруг вы что-то лаком намазали, но стирать ватным диском и смесью для снятия маки... лака, ну тогда вы смоете весь ноготь, тогда... вы сможете вот этой штучкой и смыть все. Дальше взял такой блокнот с котенком. Здесь вот такие вот листочки. Я просто блокноты обожаю, ребят. И тут уже несколько последних вещей. Кстати, вот, вот эту штуку я купила в Ашане. Дальше идут две вот такие штучки, тоже из Ашана. Я уже вам говорила, что я обожаю маникюры, поэтому вот. Мы еще в Фикспрайс накупили кучу игрушек собакам и всего-всего. Дальше идет такое вот средство для ногтей 3 в одном. Короче, с коллагеном, биотином, экстрактом виноградной косточки. Питает, увлажняет, укрепляет. Это для ногтей. Вот. Фломастер с изменными стержневчиками. А, и последняя вещь, правда, она из этого, из Фикспрайса. Это вот такие вот крутые щипчики. Я надеюсь, что вам понравилось мое видео, поэтому не забудьте поставить пальчик вверх, написать коммент под этим видео и подписаться на мой канал. Пока! Да.